И, кстати, мотоциклистам запретят гонять ночью по главным улицам Оренбурга. Соответствующие дорожные знаки появятся на Чкалова, Чичерина, Терешкова и Цвиллинга, проспектах Гагарина, Победы, Дзержинского и Братьев Коростылевых. Ограничение будет действовать, вероятнее всего, с 10 вечера до 6 часов утра. За нарушение запрета байкеров будут штрафовать. Такие меры, по информации администрации города, связанные с многочисленными жалобами людей на шум, который мотоциклисты создают с приходом весны и до поздней осени. Когда ограничение вступит в силу и как госавтоинспекторы будут ловить и наказывать байкеров, смотрите в наших ближайших выпусках.